қалайық. COVID-19 вирустық пандемиясына байланысты қазір бәріміз үйде отырмыз. Қазақстанның бүкіл білім беру ошақтары қашықтық, яғни онлайн жүйесіне ауыстырылды. Филология және көптілді білім беру институтының екінші курс докторанты, жас жазушы, драматург сыншы Әлібек Байбол мен болам. Осы ретте менің өзімнің поездағы мінәжат атты әңгімемнен шағын ғана үзінді оқып беруге рұқсат еткейсіздер. Темір жол бекеті. Сағат кешкі 7. Жігіт вагонға ентіге енді де демін басу үшін шабаданның үстіне отыра кетті. Үлгердім ау, уф деп естілер естілмес қана. Бауырым, жолды бөгемей, шамалы шетке жылжысаң, деді бетінде тыртығы бар бейтаныс. Оның даусы да, түр тұлғасы да елді нерек боп көрінді жолаушыға. Әрен, әрен, деді ол, сыпайы кершілік танытып. Сап жүр, деді жаңағы, жаны арқасынан қағып, қолы ауыр екен. Жігітің рахмет, Алла разы болсын дегендегі сөзі қатып естілді білем, бәрі тегіс жалт қарады. Құдай күнәлеріңді кешірсе екен, деп күбірледі. Файл ішіне ұқыптап салынған билетіне бір қарап алды да, өзді өзімен жетінші орын деп ілгері жылыстады. Бір купенің жанынан өтіп, өзінікінде тоқтады да, білінер білінбес қана иіліп, сәлеметсіз бе, сәлем. Қазір бәріміз үйде отырмыз. Бұл вирусты жеңу үшін ешкім үйден шықпау керек. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Біз әрқашанда біргеміз. Здравствуйте. Меня зовут Каирлиева Нургуль. Я докторант второго курса КАЗНПУ имени Абая. И в это непростое время хочу обратиться к творчеству Абая и прочитать его стихи, которые действительно помогают жить, учиться и работать, несмотря ни на какие трудности и испытания. Наш холоден ум, наподобие льда, горячее сердце согреет всегда. Разумность и такт, прозорливость, терпение в нас воле рождает тугая узда. Держа в единении ум, сердце и волю, ты к цельности редкой придешь без труда. Но взятый поврось, они будут ущербны, не славят явлений, где много вреда. Живу, не способна смеяться и плакать, лишь сердцем метущимся, с коим беда. Ум, сердце и воля — ничто друг без друга, а знание и суть пронесет сквозь года. Спасибо вам за внимание и держитесь, дорогие мои земляки, желаю вам терпения и надейтесь, что все будет хорошо. Ce sont les mots d'Abaï qui sont convenables dans notre situation. Une personne sujette à la réflexion est toujours réfléchie, rassemblée, que ce soit dans les affaires quotidiennes ou devant le jugement de la mort. Être concentré dans les affaires et les pensées est la base du bien-être. Cela signifie-t-il que nous devons constamment nous livrer au découragement? L'âme ne peut-il que s'affliger sans connaître le plaisir et le rire? Non, je ne suis pas pour que nous sachions seulement que pleurer sans raison. Mais il faut réfléchir à votre insouciance, d'être attristé par cela et d'essayer de se débarrasser de cette insouciance en vous engageant dans une affaire utile. Ce n'est pas un plaisir vide, mais un travail utile et raisonnable qui guérira l'âme. Seuls les faibles d'esprit peuvent s'enfermer, se livrer à des pensées amères, sans trouver de réconfort. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бақ бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер? Жанбай жатып сөнсеңіз, дүние дөзі, мал дөзі, ғылымға көңіл берсеңіз. Это сложное для нашей страны время, когда вокруг бушует коронавирус. Хотел бы обратиться к словам назидания имени на нашего великого мыслителя Абая.
Тем более с учетом того, что этот 2020 год является юбилейным, посвящен 175-летию со дня рождения нашего великого мыслителя. Непосредственно я хотел бы зачитать в данном случае его 15 слов назидания, где он призывает о том, чтобы каждый подумал, а какую пользу он принес для своей страны. Тот, кто хоть раз, тот, кто хочет быть в стране разумных, должен раз в день, или раз в неделю, или раз в месяц подумать, какую пользу он принес. Как он прожил эти дни? Сделал ли что-нибудь он полезное для народа? Не ждет ли его в будущем раскаяние? А может быть, так и случится, что и вспомнить будет нечего. Эти же слова назидания переведены на многие языки мира, одним из которых является китайский язык. И это неудивительно с учетом того, что в Китае проживает более миллиона казахов. И для них слова назидания Абая являются такими же близкими, как и для нас, казахов, проживающих, казахстанцев, проживающих в нашей республике. Яо, сян, зай, гуо. Годия лихэ, либи сюи мэ тян, мэ джохо, же мэ, нян и цэ, нон цию чута, шижу хэ, шэн хо, дэ, ташио фо вэй, жэн мин, зоу лэ, хао ши, дян лай шэ, фо хуэй хо, хуэй, фо зэ, шэн мэ, Добу, Нанбы, Ди, Джу. Спасибо вам за внимание. До свидания. Стихотворение Абая Кунанбаева «Без знаний нос не задирай». Без знаний нос не задирай. Найди себя, потом играй. Не надо смеха через край. Пуста веселость эта. Пяти вещей ты избегай. К пяти вещам стремленье знай, раз хочешь выйти в люди. Все сбудется в твоей, когда так жить полюбишь. Узнай же, что бахвальство, ложь, сплетни, деньги на кутеж — твои враги повсюду. Мысль, труд, стремленье — высота, довольство малым, доброта, пять дел, в которых чудо. Der Liebessprache braucht kein Wort, nur das Gefühl, der Herzenschlag, ein Blicken hier, ein Lachen dort. Genügt, und alles ist gesagt. Einst habe ich diese Sprache gut, ja, zur Vollkommenheit beherrscht. Doch ist für mich ihre Wörterbuch schon langst wie durch ein Schloss versperrt. Black of my eye, frame of my mind, drink never dry, love of my life, parting is winter, your absence is sorrow, I wish to stay until the morrow, the corners of your eyes sparkle and they glisten, when you speak your solid words, everyone is listen. Black of my eye, frame of my mind, drink never dry, love of my life.